Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По его словам, российская блокада украинского зерна уже приводит к усугублению глобального продовольственного кризиса. Вывозы ждут более 20 миллионов тонн сельхозпродукции. Кроме того, украинские власти уже ранее обвиняли Россию в воровстве и вывозе украинского зерна. Сотни миллионов людей на разных континентах оказались на пороге как минимум нехватки продовольствия, а максимум голода, за который Россия будет нести полную ответственность. За який Россия нестиме повную ответственность. Европа переживает одну из сложнейших ситуаций в истории своей энергетики, и мы не знаем, какой еще кризис готовит Россия свободному миру. Ранее глава российского МИДа заявил, что Россия вместе с Турцией готова обеспечить безопасность морских путей экспорта украинского зерна. Но с условием, во-первых, отмены части антироссийских санкций, во-вторых, того, что Украина разминирует свои территориальные воды. В Киеве заявили, что не пойдут на это без гарантий того, что очищенными подходами не воспользуется российская морская пехота. Наши усилия по предотвращению продовольственного кризиса должны начаться с черноморских портов Украины. Нам нужно разблокировать миллионы тонн зерновых, которые застряли там из-за конфликта. Мы должны предоставить президенту Зеленскому необходимые ему гарантии того, что порты не будут атакованы. Продовольственный кризис начался из-за пандемии и серии засушливых сезонов в нескольких регионах мира. Украина – один из крупнейших в мире экспортеров зерна. По словам генсека ООН, в этом году речь идет о проблемах с доступом к продовольствию, но в следующем, если ничего не изменится, будет уже острая нехватка еды, и она коснется более полутора миллиардов человек во всем мире.